Понимание того, что время – самый дорогой ресурс, диктует необходимость новых государственных подходов. Агентство сервисизации и реинжиниринга призвано ускорить проводимую в стране работу по снижению административной нагрузки на бизнес. Сегодня участникам рынка и производителям для получения административных процедур нужно зачастую пройти ряд многоступенчатых и длительных действий. Найти разрозненную информацию, подготовить и собрать пакет документов, обратиться в соответствующий государственный орган. Теперь главным приоритетом во взаимодействии государства и бизнеса станет замена документов сведениями, цифровизация и сервисизация. Для этого агентство проведет анализ всех административных процедур, определит процессы, подлежащие трансформации, и предложит цифровой формат делового взаимодействия. Впервые в масштабах страны агентством будет проведена ревизия всех данных, содержащихся в ресурсах государства, а также электронных сервисов и способах их получения. К концу текущего года нами будет создан реестр метаданных и электронных сервисов. В 2022 году будут сформированы конкретные предложения по оптимизации административных процедур для бизнеса. Агентство создано совсем недавно, но уже реализует во взаимодействии с государственными органами ряд важных проектов. Создание платформы для автоматизации сбора и консолидации ведомственной отчетности, реестра госактивов, сервисной платформы для субъектов малого и среднего бизнеса и другие. Заключены соглашения о сотрудничестве с компаниями из Республики Беларусь и зарубежными партнерами. Так в стране формируется экосистема квазигосударственных цифровых офисов.